Привет! Сегодня хочу показать вам новый рецепт летнего салата. Он очень легкий. Легкий в плане приготовления и в плане калорийности. Нам понадобится большой пучок рукколы, 100 грамм угря, немножко соуса унаги, бальзамический соус, кунжут, немножко соли и перца. Я уже промыла рукколу, немножко подсушила ее, и поскольку листья довольно крупные, я их разрежу пополам. Теперь заправляем салат бальзамическим соусом. Заправляем по вкусу, я добавляю примерно 3 столовые ложки. Добавляем соус унаги. Немножко соли. И перца. Кунжутные семечки. Теперь перемешиваем. Угорь нарезаем соломкой. Угорь выкладываем на салат. Очень вкусный салат с угрем и рукколой готов. Еще больше вкусных рецептов смотрите на моем кулинарном канале Tasty with.